Быть или не быть, общественный совет Вологды счел целесообразным переезд камерного драматического театра в здание кинотеатра «Салют», которое находится через дорогу. Все «за» и «против» общественники обсудили вместе с городскими властями и артистами. Напомним, о возможном новоселье стало известно в сентябре. Теперь представители администрации подробно рассказали о предлагаемых площадях. Мы предлагаем камерному театру, соответственно, следующее условие, что мы камерному театру в полном объеме отдаем большой зал и второй этаж «Салюта». Фойе первого этажа предлагаем использовать совместно, а малый зал, который имеется на первом этаже, предлагаем оставить все-таки за киноцентром «Вологда». Киноцентр «Вологда», в который входят кинотеатры «Салют» и «Ленком», с переездом камерного театра приобретут новых зрителей, считают общественники. Обсудили также возможность создания единого культурного центра, но актеры выступили с предложением выделить больше площадей. Для того, чтобы, допустим, 100 метров было зрительской части, это фойе, гардероб, на 100 метров нужно 100 метров территории, которая обслуживает это. Это производство театральное. Там цеха, там хранение, там администрация, там актерские гримерные. Рассмотреть этот вариант еще предстоит, а он вполне реальный, ведь некоторые помещения сейчас даны в аренду. Поиски новой площадки для постановок для артистов – шаг вынужденный. Оставаться в здании на Ленина 5 нет возможности. Постройки 19 века требуется капитальный ремонт. Еще в прошлом году областные власти включили ее в план приватизации и предложили театру несколько альтернативных помещений. «Салют» – наиболее приемлемый вариант из тех, что рассматривали актеры КДТ. С этим согласились и общественники. Условия, которые сказал Николай Алексеевич, они же выгодны. Выгодны. Это потребует меньше денег сейчас у вас. Что касается перестроек там, ну это тоже надо вот делать постепенно. Коллеги, это неплохой вариант, вот по мне так. Понятно, что да, есть некие опасения того, что там перестройки, дополнительные помещения. Мне кажется, что надо вот понять, наверное, и город, который мы сегодня это увидели, всячески пытается помочь и подобрать вам те помещения. Для города камерный драматический театр – это своеобразная визитная карточка. Актеры гастролируют по стране и миру, участвуют в фестивалях, завоевывают престижные награды. В областной столице ежемесячно проходят порядка 20 спектаклей, при этом афиша пестрит премьерами. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, Вологда РФ.